оживленная трасса, а у края обочины щит. А на нем два героя, один синеглазый, чисто рыжик смеется. Парень, а товарищ постарше, ответственный малый, строгий взгляд уронил в синеву. Как же хочется жить, ведь прошли так мало, и упасть, как мальчишки, в траву. И вдыхать аромат горьковатых ромашек, гладить солнце сквозь шторки ресниц. Только вышло иначе, и ангелам нашим место в стае взволнованных птиц. Тело птицы стальной оказалось слабее и беспомощно рухнуло вниз. Встрепенулись каштаны на майской аллее, и в хрущевке сорвался карниз. Пахло гарью зловеще, народ изумленно до конца все не осознавал. Обожженной земле было горько и больно, две судьбы неизбежны. Финал. Вроде век 21 и мирное время, и неясно, друзья, кто враги. Воспарили друзья, ждут их кущие дыма. Губ сорвалось, Господь, помоги! Первый день сентября первоклассники гурьбою с любопытством пред фото замрут. Память светлая летчикам, лицким героям, только мамы не верят и ждут.